Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем. Мы продолжаем с вами изучать книгу Деяний апостолов. У нас на очереди 14 глава. В начале этой главы мы находим в первом стихе такие слова. В Иконии произошло то же самое, они вошли в синагогу и так говорили, что поверило множество евреев и греков. Текст нас отправляет здесь к предыдущим событиям, а именно к тому, что произошло в Антиохии Писидийской. Как мы с вами читали в предыдущей главе, Шауль и Барнаба довольно активно проповедовали там, и многие люди уверовали. С одной стороны, это было хорошо, община появилась, начала расти. С другой стороны, это вызвало раскол в обществе, по сути, на верующих и неверующих. И как результат этого раскола было оказано давление очень мощное на Шауля и Барнабу, и они были вынуждены отправиться дальше. В Иконии они, по сути, поступают точно так же, как поступили в Антиохии. А именно, они сначала пришли в синагогу. Какое-то время проповедовали, многие люди уверовали, и снова начинается раскол. Мы видим, что на Шауля оказывается давление, и он идет проповедовать к внешним. Дальше давление и раскол охватывает все местное население. Под этим давлением Шауль и Барнаба вынуждены отправиться дальше, и они приходят в Листру. На самом деле, эту схему, как я и говорил в прошлых уроках, мы еще будем видеть многократно. Сначала синагога, потом внешний, потом, как правило, в результате давления отправляются дальше. Именно так строилось практически все миссионерское, так называемое, путешествие Шауля. Но вот сейчас в Листре происходят события, на которых я хотел бы остановиться немножко более подробнее. Когда Шауль пришел в Листру, он снова начал проповедовать, и мы с вами видим, что там был некий человек, который от рождения не мог ходить. Мы не знаем точно его диагноза, но мы понимаем, что он не двигался, и это было у него с самого раннего детства. Про него написано так в 9 стихе. Он слушал Шауля, когда тот говорил. Шауль, пристально посмотрев на него и увидев, что у него достаточно веры, чтобы исцелиться. Конечно, главный вопрос, который здесь обычно задают, а как, собственно, ты, Шауль, увидел в этом человеке веру? И надо заметить, что вряд ли вы найдете в каких-то толкованиях какой-то рецепт или какое-то правило, по которому было бы понятно, что именно увидел Шауль. Изучая этот текст, я заметил одну странную деталь, а именно, слово, которое здесь переводится как «исцелиться», «сотхенай», на греческом языке, как правило, переводится не как исцеление, а как спасение. Более того, в Новом Завете или в греческом переводе Ветхого Завета нету случая, чтобы это слово переводилось как исцеление. Ну, может быть, в других каких-то источниках, но не в Библии. И у меня возникает вопрос. А почему же тогда люди перевели это как исцеление? Наверное, ответом на этот вопрос является событие, которое описано дальше. А именно, мы видим, что Шауль действительно этого человека исцеляет. Ничего нельзя на этот счет возразить. Однако, я задумался, а что если речь идет действительно, что Павел увидел в этом человеке веру не для исцеления, а для спасения? Как человек, который довольно много проповедовал в своей жизни и нередко призывал людей к спасению, я могу сказать, что такое бывает и нередко, что ты, когда разговариваешь с человеком, проповедующим, ты видишь, что он уже готов, что ему, может быть, не хватает какой-то малости для того, чтобы уверовать. Ты видишь его отклик на Слово Божие, которое ты ему проповедуешь. И... На мой взгляд, именно вот эта реакция и была почвой, на которой Шауль принимает решение просить Бога исцелить этого человека. И как мы с вами читаем дальше, Шауль был услышан, а человек был исцелен. На мой взгляд, этот эпизод выглядит именно так. Дальше мы с вами читаем, что со стороны местных жителей была очень интересная реакция на это событие. А именно... В 12 стихе написано так. Они стали называть Барнабу Зевсом, а Шауля Гермесом, так как в основном говорил он.
интересно, да? Надо заметить, что в древности было очень много предрассудков по поводу богов, которые сидели на Олимпе. В мифах о древних богах было распространено такое мнение, что они нередко приходят на землю в образе простых людей, общаются с людьми, и если им что-то не нравится в их поведении, то они их наказывают. Понятно, что это только мифы, но такое представление, такие предрассудки у этих людей были. И поэтому, когда народ, увидев чудо, решил, что это чудо сделали вот те олимповские боги, они решают предпринять какие-то шаги, дабы тех не прогневать. И даже мы с вами читаем, что жрец Зевса кинулся там готовиться приносить жертву и так далее, и так далее, и так далее. Интересно, как бывает в нашей жизни, что люди, увидев чудо, приписывают его совершенно не тем. Причем, если раньше на страницах Нового Завета мы сталкивались с тем, что чудеса приписывались или каким-то человеческим волхвованием, да, или сатану, то в данном случае их вообще приписывают вот этим вымышленным богам. Но меня гораздо больше интересует в данном случае реакция Шауля и Барнабы. Мы с вами читаем в 15 стихе такие слова. Они говорят: «Люди, зачем вы это делаете? Мы ведь простые люди, такие же, как вы. Мы сообщаем вам добрую весть. Оставьте все это, ничего не стоящее, и обратитесь к Богу живому, создавшему небеса, землю, море и все, что в них». С одной стороны, мы понимаем, что Шауля с Барнабой накрыло негодование и протест. Они демонстрируют свою человечность. Написано, буквально разрывают на себе одежды. Это хорошо был понятный жест в древности. Но хочу обратить ваше внимание на то, что здесь принципиально по-другому складывается ситуация. Во-первых, мы с вами видим, что проповедь апостолов отличается от тех проповедей, которые мы находили. Они не цитируют Ветхий Завет. Понятно, что люди, которые находятся вокруг них, не знакомы с иудаизмом и Торой. Они начинают проповедовать от создания мира. Почему? Потому что во всех древних мифах, так же, как, впрочем, и в философии, которая была распространена в тот период времени, интерес к созданию мира всегда существовал. Более того, возможно, вы слышали такое, что в греческой философии некая такая идея, которая была сформулирована отчасти Сократом, отчасти стоиками, существовала, что есть некий такой предвечный Бог, который сотворил этот мир. Именно поэтому апостолы отправляют людей вот к тому Творцу. Мы должны понимать, почему они это делают. На мой взгляд, это прежде всего вопрос послушания. Смотрите, когда апостолы проповедуют евреям, когда я проповедую еврейскому народу, я обращаю внимание прежде всего на тот факт, что Иешуа является Машиахом. Почему? Потому что благодаря словам или заповеди, которую оставил Моисею, Машиаха каждый еврей должен слушаться, должен быть ему послушен. Тогда как для язычников, для которых само слово «Машиах» абсолютно непонятно, да, справедливо апеллировать не к библейским описаниям Бога, а к самому факту, что Бог является Творцом. И по праву Творца он имеет право требовать от людей послушание. В 19 стихе мы с вами читаем такие слова. «Вслед за тем из Антиохии и Иконии пришли некоторые неверующие евреи. Они склонили на свою сторону народ, побили Шауля камнями и потащили его за пределы города, думая, что он мертв». Но если вы знаете со страниц Священного Писания, процедура побивания камнями – это достаточно жестокая казнь. Не факт, что здесь были соблюдены все нормы, которые приведены Торой для такой процедуры, но вместе с тем тот факт, что они сочли его явно мертвым, а значит, он как минимум был очень сильно поврежден, утащили его за пределы города. Потом произошло следующее. Шауль либо воскрес, если он был мертв, текст нам это не уточняет, либо он исцелился. И в том и в другом случае в нем произошли такие перемены, которые не могли быть незамеченными. И он отправляется назад. Почему?
Интересно, как ни странно, я очень многих проповедников читал, что там что-то вроде такого, что чтобы доказать, что он ничего не боится. Я не понимаю, зачем кому-то что-то надо доказывать. На мой взгляд, Шауль сделал это по той простой причине, что это было свидетельство, подтверждающее те слова, которые люди от него слышали. А именно, что вот тот самый Бог, сотворивший небо и землю, мог взять его и вернуть. И при этом, вы же понимаете, абсолютно не важно, воскрес он или исцелился. Важно, что это сделал Бог. Это было свидетельство. В 27 стихе написаны такие слова. «Прибыв туда, они собрали мессианскую общину и рассказали о том, что совершил через них Бог, как он отворил дверь веры язычникам». Интересно, что, по сути, Лука здесь увязывает это событие с началом путешествия, которое мы с вами видим в начале 13 главы. Почему? Здесь еще один очень хороший пример для тех, кто занимается благовестием, для тех, кто проповедует. Во-первых, мы видим, что апостолы исполнительны и пунктуальны, они делают то, что было запланировано. Дальше, мы видим, что они отчитываются перед общиной. На мой взгляд, вопрос подотчетности очень и очень важен для духовного служителя. Дальше, свидетельствуя о том, что произошло, они воздают славу Богу и... К этой славе, обращенной к Господу, подключаются другие верующие. И это тоже очень важный момент в жизни верующего человека. Я хочу и стремлюсь делиться с другими теми благословениями, которые даровал мне Господь. Почему? Потому что это ободрение не только для меня, но и для тех, кто об этом слышит. Наверное, будет справедливо сказать, что это какой-то цикл в служении Шауля подошел к своему логическому завершению. Возвращаясь, они каждый раз делились происходящим, дабы люди, которые за них молились, которые их поддерживали, которые им помогали, тоже могли разделить вот эту радость в Господе, которая имелась у апостолов. Вот такая у нас замечательная глава. Да благословит вас всех Господь. Бащем еще, Машех. Аминь.